На полигоне Ашулок в Астраханской области завершился второй этап международного конкурса знаменитых расчетов «Ключи от неба». Ракетчики из России, Беларуси, Казахстана и Китая выясняют, кто из них лучше. Но все это проходит в рамках международных армейских игр, которые еще называют военной олимпиадой. Команда борется за победу в нескольких номинациях. В этот раз расчетам предстояло на скорость привести пусковую установку в боевое положение. Быстрее всего с заданием справились наши. На выполнение норматива ушло меньше 5 минут. После первых двух этапов конкурса команда России уверенно лидирует. Все команды выступают на российских зенитных ракетных системах С-300. Это комплекс среднего радиуса действия. Он может уничтожать цели на расстоянии до 300 километров. И одновременно система может обстреливать до 6 объектов, наводя на каждую по 2 ракеты.